малята. В ефірі знову наш дитячий хіт-парад. У ньому участь може взяти кожен з вас. Ця телепрограма Барсірковича. Нехай Одеса буде знак розвита. Чи ти співав? Чи танцюриш? Чи музикант? Я тут зможу виступити, він іди я. Ця телепрограма, зіронька моя. Привет, ребята! В эфире самая детская среди музыкальных и самая музыкальная среди детских телепередача «Звездочка». Мы продолжаем летний тур международного телерадиоконкурса «Детский хит-парад». Представляю жюри! Народная артистка Украины, педагог-балетмейстер Одесского театра оперы и балета Наталья Барышева. Заслуженные деятели искусств Украины, композитор, поэт, телеведущая Алла Мигай, Киев. Президент Ассоциации гармоничного развития детей Джуниор Виктория Лукьянова, Республика Молдова. Певец и продюсер Йозеф Ивашко, Австрия. Президент Кавказской ассоциации международных фестивалей и хореограф Армандо Кукасян, Армения. Заведующий отделом культуры газеты «Вечерняя Одесса» Тина Арсеньева. Президент международного конкурса «Батумская волна» Зура Беланишвили, Грузия. Итак, жюри представлено, участники готовы, значит, можно начинать.
родная студия «Фабрика звездочек» приглашает детей от 3 до 13 лет. В программе обучения танец, эстрадное пение, актерское мастерство, школа телеведущих, участие в съемках детской музыкальной телепрограммы «Звездочка», в концертах, конкурсах и фестивалях. Телефон 784-15-73. Звездочка. Вы смотрели танцевальную страничку международного телерадиоконкурса «Детский хит-парад». В ней выступили очаровательные куклы из образцового хореографического ансамбля «Карнавал», руководители Виталий Кузнецов и Ольга Навродская, солистка ансамбля «Восторг» под руководством Елены Бортняк, Татьяна Прушинская, школа 78, ученики гимназии номер 6, народный художественный коллектив «Радость», руководители Антонина Трофимчук и Раиса Терепора и эстрадно-хореографический коллектив «Миллениум», руководитель Ирина Кириленко из Дворца детского и юношеского творчества «Город Теплодар». А сейчас в борьбу за звание самой популярной юной артист сезона вступают певцы. В эфире вокальная страничка летнего тура международного телерадиоконкурса «Детский хит-парад». Мрия в нас еды на песню заспеваты. Прожитя счастливы, зоря не ясне. Хай летит на крила песня наша шира. Золоте дитинство наше осяйне. Коли співа Здравствуйте, меня зовут Анна Горе. Я учусь в 8-й школе, и я очень люблю петь и играть на фортепиано. Но больше всего я люблю выступать на сцене. И сейчас я исполню для вас песню «Ла Сен» из мультика «Монстр в Париже». Надеюсь, что эта песня вам очень понравится. Голосуйте за меня, ваша Анна Горе.
Lessons from them, so confident. Lesson, lesson, lesson. I realize I'm hypnotized. Lesson, lesson, lesson. I have the mood, thinking at you. Lesson, lesson, lesson. Is she divine? Is it divine? Upon the bridge, my heart does beat.
красным подтягой фронт. Ты попала в капкан, а ключи у маман. У меня лишь тогдан нехороший план. От меня не сбежишь, ты же мной дорожишь. Очень часто звонишь, по ночам не спишь. Будем вместе всегда, дни, недели, года. Не умрем никогда, да-да-да-да-да-да-да. Когда смотрю в твои глаза, я понимаю, мне без тебя никак нельзя. Я точно знаю. Папа-й-да-пай-да. Я похож на маман, я в ночи ураган. Ну и что, сильный, смелый, зато загорелый, зато и хожу в пальто. Я к тебе прилечу, я за все заплачу, тебя отзолочу, я к тебе хочу. Я не самый плохой, просто я не святой, и не только с тобой я найду покой. Эстрадная студия «Фабрика звездочек» приглашает детей от 3 до 13 лет. В программе обучения – танец, эстрадное пение, актерское мастерство, школа телеведущих, участие в съемках детской музыкальной телепрограммы «Звездочка», в концертах, конкурсах и фестивалях. Телефон 784-15-73. В эфире «Звездочка». Вы смотрели вокальную страничку летнего тура международного телерадиоконкурса «Детский хит-парад». В ней выступили ансамбль «Артсонг» из городского дворца детского творчества, руководитель Юлия Холмогорцева, ученица детской музыкальной школы номер 8 Анна Горя, преподаватель Наталья Немогущ, наши гости из Кишинева Елена Рыдловская и солист эстрадной студии «Фабрика звездочек» Влад Слабиткер, руководитель Анна Степанова. Голосуйте за юных артистов сезона в интернете по адресу, который указан на экране. От вас зависит, кому будет вручен приз зрительских симпатий. А сейчас наша постоянная рубрика «Музыкальные новости». Одесскому парку «Шевченко» исполнился 141 год. Это тот самый парк, где находится футбольный стадион «Черноморец»? Да, но не только. В парке «Шевченко» находится старинная крепость, а точнее пороховая башня и аркана. А я ходила в лунопарк. И я! И я! Вот удивили. Лучше скажите, кто никогда не был в лунопарке и кто не знает, где он находится? Лунопарк тоже находится в парке Шевченко! Кстати, раньше наш парк назывался Александровским в честь императора Александра II, который посетил Одессу и высадил дерево. Точно, я так и знал! Это напротив стадиона. Сейчас на этом месте стоит Александровская колонна. А вот теперь в парке Шевченко есть еще и сцена «Ракушка». На ней могут выступать солисты и даже большие оркестры. Да, я слышал, на открытии «Ракушки» играл муниципальный оркестр имени Салика. А также выступали детские коллективы. А я знаю один такой коллектив. Это эстрадная студия «Фабрика звездочек». Мы недавно рассказывали о ней. Юные артисты, а им всего по 4-5 лет, исполнили песенку «Маленький кораблик». Поет «Фабрика звездочек».
была постоянная рубрика «Музыкальные новости», а я, Ева Дмитриева, прощаюсь с вами. До встречи в это же время на этом же канале в самой детской среди музыкальных и самой музыкальной среди детских телепередачи «Звездочка». Пока! Хит-парад!